Доброго времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Сегодня у меня незапланированное видео, потому что пришла ко мне посылка. Очень радостная весть. Посылочка эта от моего подписчика из Словакии Мариана Мистина. Или Миштина. Извини, Мариан, если неправильно фамилию назвал. Очень приятно. Я, честно говоря, не ожидал, что она так быстро дойдет. Ну что ж, посмотрим, что у нас внутри. Для меня это будет полным сюрпризом, в принципе. Потому что я знаю только одну вещь, которую планировал Мариан. Но, судя по весу, там что-то еще. Ну что ж, ухожу на паузу, чтобы не утомлять вас вскрытием вот этой всей упаковки. И вернусь уже, когда я все достану. Ну что ж. Несколько секунд ожидания. Мариан, не знаю, вскрывали или нет. Поэтому ничего не могу сказать. Но вроде все как ты упаковывал. Ну что ж, сейчас я это уберу за кадр, чтобы было все видно в итоге. Ну что ж, тут внутри записочка. Ахой, Дмитрий, прайджим приземну забаву, Мариан. Я, честно говоря, сразу не могу понять. Мариан, извини, мои познания в словацком не такие большие, но я понимаю, что ты мне желаешь чего-то очень хорошего. Потом попозже посмотрю перевод. Ну что ж, посылочки у нас то, что в принципе я приблизительно знал. Это вот такой вот наборчик от фирмы Эдуард в 48 масштабе. Чехословацкий самолетик авиа B-534. Вот. Огромное спасибо, Мариан. Не знаю, когда, правда, буду собирать, но по-любому мы его увидим на канале. Вот. Ну и помимо наборчика, Мариан прислал еще доп. Паёк. Знаменитое пиво. Огромное спасибо, Мариан. Я, конечно, не сказать бы, что я люблю выпить, но хорошее пиво, почему бы и нет. Ну и еще вот нагрузку, хорошее кофе, ну и в прикуску, вафельки. Вот такая вот у нас посылочка. Я так полагаю, ну, как я понимаю, мысль Мариана, это посылка к моему дню рождения. Пришла она немного раньше, но все равно приятно. Огромное спасибо тебе. Обещаю, что по-любому на моем канале этот самолетик будет. Не могу сказать точно, когда. Пиво я обязательно выпью за твое здоровье. Кофе буду тоже пить, вспоминая тебя хорошими словами и радостными. Еще раз огромное спасибо. На этом, ребята, все. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, когда же будет самолет. Всем спасибо. Всем пока.